Если вы считаете, что в Донецке и Луганске находятся российские войска, ну тогда вы же самостоятельная страна. Объявите войну России. Зачем? Войну объявите вы России. И вы... Родники. Подожди, вы сами... подожди. Опа! Рожа, подожди. Зачем? Послушай. А, зачем вас оскорблять? Послушай, послушай. Хаос, объявите войну России. Вы тогда увидите, увидите войска. И вы поймете, что такое Россия. Там боевики. Уроды. Зачем этих уродов приглашаете? Александр Ильич, вы не подначиваете нашего Франца Адамовича. Да, и не подначиваете. На самом деле, и не рассказываете про то, как Россия развалится. И русскими не машите. Как русские люди хамить? Обожаю. Хамите пока исключительно вы, в самом деле. Остановитесь, мы пытаемся вести цивилизованную дискуссию. Франц Адамович, держите себя в руках. Франц Адамович, дорогой. Не обращайте внимания, это невоспитанные украинские эксперты. Провокатор Франц Адамович. Я еще печень умею прощупать. Он просто провоцирует. Да, я понимаю. Все, про печень мы поняли. Франц Адамович. Меня десантники смотрят, я среагирую. По-другому не могу. Скажи, ты зачем туда ходишь, да? Если такие хамы ведут себя на канале? Справедливо, справедливо. Есть у нас сейчас... Секунду, пожалуйста, давайте выдохнем. Пытаемся договариваться. Договариваться сложно. Уровень нашей дискуссии здесь примерно такой же, как сейчас между Россией и Украиной.